На перекрестке у ресторана «Фаэшор» начали обустраивать круговую развязку. Пока это эксперимент, круг будет временным, чтобы определиться, какого размера делать постоянное кольцо. Сегодня дорожники закрашивали разметку, устанавливали новые знаки. Подробности у Алисы Плаховой. 20 километров в час соблюдают дистанцию. Так сегодня днем двигались водители при въезде в Тирасполь. Здесь, в районе ресторана «Фаэшор», начали обустраивать кольцевую развязку. Черным по белому закрашивают разметку, роют ямы под новые знаки, приступили и к разбивке. Трудности с движением для этого перекрестка не новость. Он считается аварийно опасным. Двигаются машины сразу с четырех сторон, часто едут большегрузы. Здесь и троллейбусная линия. Когда на разворот идут с гипермаркета, на грани ДТП. А вы сами сталкивались с трудностями здесь? Да, долго стоишь. Долго стоишь, особенно утром. Мой муж вот сейчас здесь устроился, уже полгода как работает таксистом по Тирасполю. Тоже очень сложно было, тоже рассказывал, что очень неудобные есть места. Юлия Васильевна 2 года как вернулась в Приднестровье. 38 лет прожила в Латвии. На днях приехал погостить сын. Тоже из-за границы. Говорят, такие же дорожные развязки везде в Европе. Я езжу по Европе, Швеции, Голландии, Германии. Да. Но будет нормально, хуже не будет точно. В понедельник на перекрестке у Фаэшора установят временные пластиковые блоки. Они безопаснее бетонных. Дорожники планируют посмотреть, как будет работать временная круговая развязка, чтобы определиться с диаметром постоянного круга. Разгрузить движение на перекрестке у ресторана «Фаэшор» и сделать его более безопасным поручил президент. Сначала хотели установить светофор, но специальная комиссия решила, что удобнее и безопаснее будет кольцо. Алиса Плахова, Михаил Белый, ТСВ.